Ребята, всем привет, вы на канале «Семья на чемоданах», меня зовут Славян. Сегодня я приглашаю вас в новый выпуск, хочу вам показать вечернюю атмосферу здесь, в Сириусе. Покажу один или даже два фонтана, если получится. Надеюсь, сейчас успеем к пляжу на закат. И покажу вам локацию, которую я тоже никогда не знал. Настенька сегодня мне скинула в инстаграме пост. И хотим на нее попасть и вам тоже показать. Погнали! Итак, мы сейчас находимся в Сириусе, Эмеретинка. Здесь вот по правую руку вот эти вот домики, это называется отели Гамма Сириус, и уходит улица к набережной. Есть такое интереснейшее заведение «Мука», выпечка на любой вкус, и ресторан. Мы пойдем с вами туда сейчас прямо к пляжу. Тут очень интересный сквер. Вот, я сейчас гуляю здесь второй раз, первый раз в темное время суток, потому что решил показать, как смотрится Эмеретинка вам в вечернее время. Здесь такая своя атмосфера, посмотрите, какой закат и как лупит солнце красным цветом. Очень красивая высадка, все так классно-классно подстрижено. У нас тепло, лето, купаемся. Единственное, что сегодня до вечернего времени лил дождь, можно даже вот заметить по асфальту, да, что сыро. Здесь все открылось, все функционирует, работают вовсю экскурсии, поэтому приезжайте и отдыхайте. Так, а мы с вами сейчас уже вот попадаем на набережную, я очень спешу успеть на закат, хотя солнце садится за считанные, прям за считанные секунды. Кто-то у меня просил показать пляж Гамма Сириус. Сейчас вот его как раз покажу. Мы сейчас прямо на него и увидим. Да, здесь, конечно, не очень сделан проход. Как-то не подготовили все это дело. Ну да ладно. Просто когда сухая погода, нормик. А вот когда дождики пройдут, вот так вот. Лужи, видите, лужи. Так, все, переходим дорогу и попадаем на интересную локацию. Здесь скульптуры, миниатюры олимпийского пляжа. Вот я вам покажу они. Вот. И тут всякие концертики скрипачей, барабанщиков. Видите, вот так это смотрится. Миниатюра. И великолепный закат. Гляньте, какие краски. Шикарно. Вон местный пес чилит, ну и, соответственно, атмосфера с набережной. Ребята, я такого заката давно не видел. Это просто пушка. Я очень рад, что я успел на этот закат. Гляньте, огромнейшее солнце. Какие цвета. Слушайте, охренеть. Вот это да. Посмотрите, какая красота. Ветра нет. Вот это кайф. Итак, ребята, вот это вот пляж. Это Гамма Сириус. Чуть дальше, где коричневая лестница, спуск на пляж, это Сигма Сириус. Вот кто-то меня спрашивал, покажите, а то не понимает. В общем, вот он пляж. Вот. Как он оборудован? Ну, толком никак он не оборудован. Просто вот такая галька. Куча сабвордов. Есть только шикарный закат, а именно сегодня, да? И пуфики. Из оборудования, что здесь? Вот поставили... Как он, спасательный крут, кабинки, переодевашки. Еще здесь, в общем, работа идет, походу, как говорится, полным ходом, да, настилы. Есть лежаки, есть. Вот так вот это все собрано, ну, видимо, потому что вечер. Блин, ребята, я так рад, что сегодня получится такой вечерний выпуск. Я надеюсь, что вы его поддержите, сделаете репостик, поставите лайк, напишите комментарий. Здесь все, смотрите, преображается сейчас в вечернюю атмосферу. Сделали очень крутую такую подсветку. Мы вот тут вот брали соборды. Это пляж относится к этому ресторану Мора Амора.
Вот, ребята здесь очень хорошо следят. Вот так вот чилят люди. Вид сегодня бомбический. Не жадничайте, обязательно поделитесь данным выпуском, пусть ваши друзья, знакомые, коллеги по работе увидят этот шикарный адлерский прекрасный закат. Посмотрите, вот уже настилы постелили вдоль, значит, относится, да, этот пляж к Сириусу, но единственное, что-то, я говорю, здесь не так уж вау, как все обустроено, но это же и хорошо, потому что людей тут не так будет многолюдно. Блин, я не могу оторваться от этого заката. Посмотрите, как он раскрасил небо. А там такая чернота. Видали? А тут хлоп и шикарные краски. Ладно, давайте продолжим идти. Немножко по настилу. Ресторан. Здесь же, видимо, какой-то отельчик. Тут вот есть на территории бассейн. И вот он заканчивается. Этот пляж вот по белую покраску вот этого бетона. Видите, и дальше начинается следующий пляж. А вот этот уже, ребята, это Sigma Sirius пляж. Вот он отсюда начинается и туда вот дальше уходит. Это, видимо, относится к вот этому заведению, где детки учатся. Пойдемте к морюшку вечером, посмотрим, какой цвет. Людей немного, видимо, пошли все переодеваться, чтобы попасть в развлекающуюся атмосферу. Вот оно, морюшко. Какая сегодня красота. Закат бомбический. Чуть-чуть я, конечно, не успел, когда еще солнышко висело где-то вот тут вот. Но пока подъезжали, пока парковались, все, оно уже почти зашло, но хоть чуть-чуть я вам показал, это очень-очень здорово. Люди все едут и едут на майские праздники, людей становится все больше и больше, парковок очень мало. Я, кстати, уже в Инстаграме показывал, что вплотную стали работать уже эвакуаторы, эвакуируют машины очень-очень быстро, вот поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм. Там много интересного, сразу онлайн транслирую, как что-то вижу интересное. Как вам? Как вам сегодняшний закат? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И главное, досмотрите выпуск до конца, потому что мы отправимся в такую локацию, которую вы точно не знали. Я в этом уверен. Потому что мы тут прожили совместно уже совокупно год. И только сегодня узнали об этой локации, поняли наконец-то, где она находится. И я надеюсь, нам сегодня с вами повезет. Она засияет теми красками, которыми должна, в принципе, судя по некоторым фоточкам в Инстаграме. Видите здесь такой пляж? Здесь прошлась техника. По-моему, позавчера здесь еще такого не было. Прошлась техника, выровняла. Видимо, что-то здесь будут готовить. Вот он, вход тире выход на Sigma Sirius Park пляж. Ну и соответственно набережная. Здесь, кстати, отрезок набережной такой очень-очень спокойный. Вот кафешка, пиццерия Pizza Papi синенькая. Вон там вот светится, вот она красная. Шикарная, кстати, пиццерия. Очень вкусная пицца. Мы на днях тоже покупали в Инстаграме, показывал. Единственное, что я не понял различия между толстым тестом и тонким тестом. Мы специально заказали две, чтобы попробовать. И в итоге, чё к чему, не понял. Ладно, пойдемте с вами дальше. А дальше, ребята, начинается, значит, вот где вот эти стоят переодевалки. Это Сочи Парк Отель. Пляжи. А я хочу вам показать немножко вечернюю набережную. Здесь вот этот спуск, на той стороне лесенки, здесь для колясок, это очень-очень хорошо. И попадаем с вами на вечернюю набережную. Торговцы животными нас, конечно, тоже тут встречают, естественно, как же без них. Столовая, кальянная, бар и вот такая вот вечерняя атмосфера.
Давненько мы не гуляли, и давно у нас не было с вами вечерних выпусков, вечерних прогулок по Сочи, по Адлеру. Поддерживайте обязательно выпуск лайками, комментариями, говорите, как вам такие прогулки вечерние и стоит ли их сделать почаще. Вот я пока прерывался, пока прошел эту певицу, включили уже ночные фонарики, еще буквально минут 15-20, солнце посильнее уйдет, и все, здесь будет полная темнота, темнеет Сочи очень быстро, за считанные прям секунды. Вот это Сочи, Сочи парк, пляж, вот так он выглядит, ну пока только вот установили бунгало. Но совсем скоро здесь закипит туристическая жизнь. Так, давайте с вами двигаться дальше. Обязательно сегодня попадем на поющий фонтан в Олимпийском парке. Я покажу там, какая атмосфера вечерняя, ночная, как он играет. Я думаю, что для многих зрителей нашего канала тоже эта история такая впервые. Так же, как и когда-то у нас. Первый раз мы увидели этот поющий фонтан. Как вам атмосфера на набережной? Пишите в комментариях, как вы считаете, вообще это много людей или еще пока мало? Большое количество ресторанчиков и кафе, вот просто на любой вкус, на любой цвет и, соответственно, на любой кошелек. Поэтому, прогуливаясь по набережной, вы обязательно что-то найдете для себя, для души и для своего кармашка. А эта часть пляжа Сочи парка вот уже сделана. У них вот такая интересная теневая зона. И бунгалы также сделаны. И вот вечерняя набережная. Это часть вечерней набережной. Буквально прошло минут 15, и все, видите, полная темнота. Но людей, конечно, меньше не становится. Только увеличивается количество людей на вечернюю прогулку. Самокатный шеринг. Видали, как тут их много? Как вам обстановка? Пишите в комментах. Посмотрите, как красиво светится стадион Фишт. Вечером вообще своя атмосфера, согласны со мной? Сейчас мы пойдем туда вовнутрь, там будет все светиться. Покажу прям вплотную стадион Фишт. Вообще локация очень классная. Да, конечно, бетона много, летом здесь очень сильная духота, но в целом погулять здесь достаточно классно. Вот он, ресторан Боха, мы сейчас за него пройдем и пойдем уже в проход, который раньше был туристический, сейчас там стройка, а тут есть детская площадка. Что касается детской площадки, сейчас, подожди, Артем, 30 минут 300 рублей, час 500 рублей. Мне кажется, это дороговато, но есть большой плюс, что вы можете пока покупаться, да, а ребенок будет здесь. Но опять-таки все под таким навесом, без какого-либо кондиционера. Мне кажется, когда светит солнце, там просто баня. Вот он, ресторан Боха. Вон там уже виднеется колесо обозрения. Есть отель Богатырь. И краны. И немножко шапка стадиона Фишта. Что, Родион? Ну вы медленно идете. Ну все, хорошо, сейчас дойдем. Раньше на этом проходе по левую и правую руку были всякие туристические палатки, всякие аттракционы. И, ну, такая движуха, короче, здесь была такая очень переполненная улица. А сейчас все, здесь идет большая стройка, строится отель Мариот. Вот немножко обстановка со стройки, и отсюда вот видно, как поет уже, танцует, поет, играет фонтан. Очень красиво подсвечивается Сириус. Обалденно. Мне прям вот очень нравится. И, кстати, еще здесь из изменений, да, это то, что положили вот такой здесь асфальт. Здесь просто была просто щебенка. И вот кто на электросамокатах все заезжал, конечно,
было неприятно ехать и, конечно же, очень опасно. Сейчас все очень хорошее покрытие, качественный новый асфальтик положили, позаботились. Молодцы. Да, вот мы вышли, значит, на улицу. Здесь прям людей очень много, машин много. Посмотрите, здесь даже светофор образовалась такая пробка. Вон она аж туда уходит. Все больше и больше приезжает. На майский кто-то уже платочком на лето, а кто-то вообще на ПМЖ. Вот такая вот атмосфера. Отель «Богатырь». Там пред-территория Сочи парка. Бесплатная, так сказать, да? Стадион «Фишт». А мы с вами сейчас будем переходить дорогу и двигаться к поющему фонтану. А здесь, в общем, перешли мы дорогу, сразу встречают вот таксисты на Родион вот этих тук-туков, предлагают шарики, прогулки по Сочи, парк, поющий фонтан. В общем, тут прям так сразу наглёстывает волна вот этих зазывал. Как, кстати, относитесь к зазывалам, что в морском порте, что в Олимпийском парке? Пишите свои комментарии, меня лично бесит и немножко портит все их, вот эта, вся их работа, спокойную прогулку. Вот, и просто через каждый метр вот, приглашают вот так вот покататься, довозят за 100 рублей с человека. Вот так вот. В общем, я очень сильно кайфую от вот этих подсветок зданий. Колесо обозрения огромное, светится. Вот и уже фонтан виден, играет, поет, там музычка. Аккуратно, Родион. Стадион «Фишт». К вашим, так сказать, услугам. Вот, кстати, когда приедете, можно сюда сходить на матч. Здесь прям висят где-то ли... Да не опоздали мы, Родион. Висят расписания футбольных матчей, можно сходить посмотреть, кто хочет, да, загонять. Вот. И, в общем, начинается вход уже в сам Олимпийский парк. Пойдемте. Ну, ребята, вот и фонтан. Мы уже очень близко. Здесь, значит, смотрите, есть локация. Ждите, ребят. Большой такой прокат. Здесь вот эти кабинки, кофе, снеки. Кстати, они теперь принимают карты, что очень-очень удобно. И бесплатные туалеты, что очень важно. Ну и, конечно, вот этот прекрасный стадион «Фишт». Кстати, по фонтану они вроде сказали, что будут разнообразные играть треки. Каждый день разный репертуар будет меняться. Мы не проверяли, посмотрим, как будет. А если вы уже точно ходили в разные дни и он менялся, то напишите об этом в комментариях. Подошли прямо в упор к поющему фонтану. Сейчас перерыв между треками и такое затишье. Слышно только, как ездят электро всякие штуковины. Такая вот обстановочка. Сейчас что-нибудь заиграет. Место, конечно, великолепное. Родион, нам сюда. Газончики все высажены аккуратно. Единственное, кто здесь будет кататься, смотрите по сторонам, особенно в темное время суток, потому что дети гоняют, бегают, выбегают. Опасно. Ну и, конечно, вот он заиграл. Я могу сразу заявить, что репертуар поменялся, и это хорошо. Ну, по атмосфере, по количеству здесь присутствующих людей, ребята, я думаю, вы можете сами все понять, насколько он актуален, этот фонтан, насколько его любят все те, кто приезжает в Сочи. Поэтому, кто будет, обязательно заезжайте в Олимпийский парк как днем, так и вечером. Люди хлопают, когда песни заканчиваются. Люди хлопают. Смотрите, сколько много людей вообще просто. Я последний раз здесь видел столько людей на Новый год. Но было, конечно, чуть-чуть побольше. Давайте сейчас подождем. Посмотрим, что за трек будет играть. Я не могу вам полностью показать все на Ютубе, потому что иначе мне прилетит
по шапке на канале, отключит монетизацию, будет предупреждение. Нельзя авторские песенки играть. Да, репертуар они поменяли, это очень хорошо. Раньше какая-то шляпа играла. А сейчас даже что, это огонь так стрельнул? Еще напротив фонтана есть, ребята, вот такая вот локация. Памятник. Здесь указаны все олимпийские чемпионы. Вот, можете подойти, почитать, выглядит все это вот так вот. Это как бы прям медаль, видите? Так вот с флагами вся эта история. А на той стене указаны имя и фамилия. Вот, золото, серебро. И вот как бы медали. Тут такая интересная локация. Ну и бронза, соответственно. Такая большая. Большая такая стела. Если ее можно стелой, да, назвать. Все это вот с такой вот ночной атмосферой. В таком неком бассейне, где все подсвечивается, играет фонтан. В общем, ребята, теперь то, что я хотел вам показать. Вот запоминайте, смотрите, вот это кафе «Семейное вместе», кафе «Три пятерки». Это если идти с набережной, вы вот так вот аккуратненько переходим велодорожку, чтобы нас не сбили. Попадаем вот в такой туристический проход между кафе. Впереди мы видим вина Кубани. Я надеюсь, я сейчас отыщу всю эту штуковину. Так, попадаем на улицу, да, и вот мы попадаем в секретную локацию, друзья. С вами это аллея зонтиков. Гляньте, как тут красиво. А теперь пойдемте пройдемся. Просто так вы не узнаете, они неприметны никак. Гляньте, как красиво это смотрится, столько зонтов, заморочились. В более темное время суток это, конечно, будет еще красивее смотреться. Посмотрите, как круто. Да, осталось дождаться только полной темноты и посмотреть, как это будет все смотреться, когда будет полная темнота на улице, потому что все гирляндики, они будут греть гораздо ярче. Ну, вы сами, да, понимаете. Слева, справа палаточки. Вот столько лет здесь живем, столько лет. Год, да, совокупно. Но все знаем, что здесь находится. И тут хлопс. Вот такая вот новая локация прямо перед носом, о которой мы вообще не знали. И никто ее не узнает, если вы только не снимете где-то тут себе жилье и не будете ходить через этот туристический проход. Вот такая вот аллея зонтиков это называется. Аллея зонтиков. Смотрится, конечно, очень-очень роскошно. И все. И конец красоты. И мы тут с вами попадаем уже вот в такой вот просто частный сектор. Видите? Собственно, ну, кто здесь будет просто гулять по вот этим, по этому частному сектору, если только вы как-то не сняли здесь жилье. Видите, вот просто в хопс. Вот тут столовая и все. И вот такая шикарнейшая аллея зонтиков. Как вам эта локация? Напишите в комментах. А еще здесь есть такая вот смотровая площадка. Видимо, можно мне даже подняться. Попробуем подняться. Надеюсь, нас не прогонят. Смотрите, по такой вот винтовой лесенке. И попадаем вот на такой вот шикарнейший вид. Слушайте, это 100% выпуск заслуживает лайка, репоста, подписки. Потому что я думаю, что вы такого еще не видели. Мы сейчас с вами первые, кто открыл эту топовую локацию и показывает вам это на ютубе. Какая красота. Днем, конечно, солнечный, когда свет это смотрится, тоже великолепно. Но ночью своя атмосфера. Сейчас я пойду
позову своих, они немножко отстали, по пляжу только идут. А я вперед убежал найти для вас, показать. И вид туда открывается, тут закат, ух, шикарно. Обалдеть. Вот чтобы вы не удивлялись, что мы вот столько времени тут живем и не видим, вот человек здесь столько раз ходил и ни разу не видел эту локацию. Вот тут прям, понимаете, ходил внизу и ни разу не видел, потому что всегда ходил днем. Вот так вот. Вот такая вот шикарная локация. Ну что, ребята, на этом замечательном месте под музыку я с вами прощаюсь. Пишите в комментарии, как вам эти локации, как вам локация с зонтиками. Увидимся завтра уже с вами в новом видеоролике. Пока!